был. Он любил этот темный лабиринт фармить. Ну, вот эти вот перчатки, что в голову. Это Динекс здесь? Нет, здесь. А лабиринт, в смысле, обычный? Да-да, он там перчатки фармил. Вот. Я еще тогда в Илюжном была, я тоже, как обычно, в два окна сидела на какой-нибудь в этой, там, Борисове, Доворане, в ФК. Он мне, короче, просто в ПМ плюс один делает, сам с собой ходит со мной в рейды, там, ну, в смысле, в пати, ходит, потом выливает опять плюс один мне, опять идет. Что-то он плюс, ну, это не получается. Плюс один в ПМ на умность. Умность. Просто плюс. Да, плюс вон вижу ДЦ, все. Короче, если что, злые алики убивают нас без жалости. Так, нам надо Лока как-нибудь доставить туда. На Оню летим, сейчас я там прибегу, да. Притяжкой притянусь. Сейчас они вроде уже заходят в данж, вот эти алики. Это не точно. А что у вас за гильдия, ребята, как называется? У меня вот на голове написано Time for Jokes. А, вот эти джоки вы, да? Говорят, топовая гильдия на сервере, да? И ЧСВшные тоже говорят. Ну, ЧСВшные говорят, ну, сначала надо убедиться самому, чтобы так говорить. Ну, а у Лены только этот гильда висит, а так она не в жопсе. Вот, она у Лены еще есть вторая гильдия, там хорошие ребятишки добрые. Вот, например, вот человек, который сейчас говорил, он называется Сатан Серпентис. Вот, да, в принципе, вы можете вступить, если хотите. Завтра у нас по расписанию в 12 часов дня героики, а потом в 3 часа дня целка 25 и в воскресенье тоже целка. Старгейзер вот оттуда, да, я знаю. Да, да. Я был там. Что привело тебя сюда? Какие меня пати к Локу, чтобы я его суманул? Кинь меня в пальцы плохо, чтоб я его сумел. Может, я не могу запомнить цель из рейда. Я не знаю, может, это баг, а может, из-за какого-то... А я могу рассказать, как весь рейд увидеть. Хочешь? Давай. Да я суммонил, нажми просто. Кнопку общения нажимаешь, там такие есть группа 1, группа 2. И вот на них левой кнопкой мыши нажимаешь, вытаскиваешь на центр экрана, и там, опа, ничего себе, группа. И вот вижу 4ДК и вар. И так все вытаскиваешь, ставишь, где удобно себе, и все. Ну, это простой способ. А есть аддоны еще разные, X-Perl, Voodoo, всякие хиловские, там Grid, Healbot. Они подходят для того, чтобы на фреймы тыкать. Да, вот получилось, спасибо. Я вот себе, допустим, даже, я вот хилами поиграл, друидом, холипалом, холипрестом, и стал даже на вара, даже ничего не хилю, Voodoo поставил. Мне вот удобно, я тыкаю на фреймы, выбираю людей, смотрю, где кто находится. Ну и суммонить, соответственно, легко весь рейд. А вот джоки вот эти, правда, что когда там онлайн, ну типа когда РТ, там четверг или пятница, типа вечером, что 100 человек онлайн и в рейд попасть нереально, да? Ну, сто нет. Максимальное количество, которое я видела в это время онлайн, 72 человека. Ну, это как Dark Stars на циркуле была. У нас был такой онлайн, ну, был пару раз всего лишь. Так было 50-40 было. Вот. Ну, и собираются. Ну, не все же идут с онлайна в рейд. Ну, так рейды собирались хорошо. А сейчас циркуль умер. Да суммонь ты там кого? Ну, все равно играет много народу. Нельзя сказать, что он прям мертвый. Ну, много, да, но, блин, когда я оттуда ушел, мне показалось, что он умер. Ну, для меня, по крайней мере. Тут интереснее как-то, и Т4, и вот это все прям интересно. Здесь классно, ну, только вот, что единственное минус, что здесь как бы есть много чего, ну, там даже данжики, даже трансмук вот этот, трудно выйти, потому что там, ну, нет, он как бы не работает. Ну, так это может, здесь... Откроют? Это для людей, которые вот именно трансмогом... Ну, то есть есть заморочка, да? Вот у меня, допустим, я к трансмогу отношусь никак вообще. Я его не делаю. Мне пофиг. Мне главное вот эти рейды, там... Так, я так смотрю, там, да, красивые такие вещички, там, это все типа, доступно, такое, плечи остаются, раз, бля, плечи падают там, где, типа, нереально зайти. Не надо покупать, да? Так, они раньше как? Я смотрю, ну, например, вот, там получается, раньше можно как было сделать? Там купить за ОДА, например, ну, шмот, который тебе нравится. Есть и там такой
таковой типа присутствует, там Т10, не знаю, там ПВПшный шмот. Купить, переделать и вернуть назад, и тебе возвращали ОД. А вот теперь уже так нельзя, получается. То есть, если вещи у тебя нету, то есть трансмутс. Жестко сделали. Потому что они продают, так то кто будет покупать? Допустим, даже они продают там А8, там сет, Т10 и так далее. Все сеты, которые присутствуют, то просто как бы на это. Так, ну, там, не без стат, без ничего, просто именно. Постоянно в политопе куда-то еду, в болото какое-то. Смотри, какой прикольный, красивый. Что там, шкаф поставил тогда, нет? Стоит шкаф с умонем по чуть-чуть. Ага, я понял. Смотри, Ленка, Вентрис, какой красивый. Вообще такой бомбезный. Всем привет. И Лёха, блядь, забрай. Что вы это зло? Так, а где у меня мёртвый бык? Был, только что исплыл. А чё мне в ДЦ, в ШП? Где в ШП? Помер бык ваш. Да, мы вдвоём затанчим. Да, у нас тут есть танки, ничего страшного. Ну, может, он просто релогается, либо вылетел. Бывает. Это не критично. Так, я пошла, я буду силить в этом рейде. Я у меня шаманов, ты, ой, прям рай, Леонид Ксенич, сколько шаманов? Кто-нибудь что-нибудь знает про такую гильдию, как Деддом? Там как? Впервые слышу. Там деддомовцы играют? Не знаю, кто там играет, я знаю, что там уёбки какие-то играют, которые меня вчера вся кикнули с КД с рейда. Я хочу на каком-нибудь план мести придумать за это дело. Мне так не понравилось. Ты мстительная, да? То есть злопамятная. Да, вообще, да. Да нет, просто надо наказывать, а как их, чтоб им тоже чувствовать эту негативную щену. У Горбака кикать их, надо сказать. После первого босса, ну, как они делают. Я такую гильдию вообще, если честно, и не... Тоже никогда не знаю, даже не видел. Но если по списку в эту, через ху посмотреть, то там, короче, у них снова левел в гильдии тусуется. Там 80-х штуки 3 и штук 15 всяких там от одного до какого-то. Новоиспечённая гильдия. Таких гильдий очень полно. Тут гильдий больше, наверное, чем людей. Так, значит, это паладины. Кто-нибудь что-нибудь уже бафал? Давайте я вас назначу. Лакшми, бафнишь кулачонки. Неот, бафнишь каски. Холипал, бафнишь МП5. Так, бычок у нас с конца. Там КДК своего приволоку, может, вернется. Вы сразу все проверьте, а то потом будет. Так, сейчас я еще шамана расхерачу по платину.
Так, кто мне тут? Вот ответственный шаман. Вот этому я доверяю, у меня будет за танков ответственный. Так, себя за хилов. Это сюда. Так. Этих разберу, этих сюда, этого сюда. Этого сюда. Так, значит, на босса у меня пойдет. Можно я. Трусы пойдет у меня на босса, он пожирнее. Я тоже хочу. Так, а луна у меня будет гонять трэш. Вась, поможешь? Нет, я помогу мелкий трэш собрать под тебя. Так, и что, рыбли нет никого? Не знаю, у меня нет рыбы, как всегда. Поставьте-ка рыбку, поставьте, пожалуйста, я могу купить даже ее. Ну ладно, не будет у нас рыбы. Пошлите на пригорчик, те, кто готов танк на позицию с трусами. На пол хант дашь в трусы. Пожалуйста, не бурстите босс, у нас на пол всего один. Так, тут уже дракончик маленечек сагрил. Убейте их, только аккуратно не сагрите. Там сами. Блин, только дринки на КД поставить. Давайте рчи на бахнуху. Так, где у меня танк? Что ты там делаешь? Трусишки. Идем. Ты чего там стал так скромно? Да я всегда с этой позиции начинал. Да? Ну, просто мы остальные ты не знаешь, что ты тут начинаешь. Пойдем по этой старинке вот туда вот. В уголочек. Пойдем, пацаны. Как в былые времена, да? Да, пойдем, иди за мной. Ты куда побежал? За панденком, смотри, беги вот за этим. По панденок прыгает хороший, побежали. Рыбка сейчас за ручку отведет. Рыбку кушать. Ну прям с этими дракончиками беги, сейчас пульнем. Только сейчас от тебя отбеду сама. Рыбку мы уже не покушаем, потому что у нас комбат. Поздно поставили рыбку. Ну ладно. Все, и вот здесь. Так, давайте на раз, два, три. Поехали. Раз, два, три. Погнали, пуляй. На пол. Где на пол? Дайте на пол. Не бейте пока босса. Дайте танк поставить. Не бейте босса. Не бейте босса! Варагри. Ставь аккуратнее. Дракон. Хант, притворись мертвым. Вентрис. Рдоден, добейте пока... Ой, милики, добейте пока дракончиков, Рдоден босс. Луна ловит большой трэш, Вась маленький, помогай сводить ему. Хорош.
Танк, который на Аниксе, может пока так. Че, Геро как станет? Ну да. Хотя, да уж, как станешь, там побольше допустим. Так, большой вышел, отворачивайте. Шаман еще вылетел. Звезда. Вспышка, мелики отошли. А, маленькое бревнышко. Который гордость чего-то там рейс, пожалуйста, вылетел. Дыхание смотрим. Пошли, отошли от моба. Бревно гордости не резни, пожалуйста, холи паладина в твоей пати. Маленький дракон. Большой вышел. Отбегите, милики. Еще большой человек, отворачиваем. Дыхание смотрим. Влево-вправо все ушли, влево-вправо. Из центра все ушли, из мили-зоны все ушли. Красавчик, два танка. Ложитесь, стоп-хил. Не будем раздавать бэры, ложитесь за мной. А что, так много сдуло, что ли? Да два танка легло, еще два ДД вечно в этом гуляют где-то. Один вылетел, к Старгейзере окикнул, он уже, блин, второй раз вылетает. Сейчас лучше для ДД. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! План перехват результата не дал. Беги, малышка, беги! Умирайте. Не могу понять, кто живой. Она в комнате как бы. Друид. Ну, просто бан, наверное, да? Тотем или какой-нибудь? Или что? Да нет, вон друид стоит где-то тут, в бабле. Да тут оба, два в диване. Диваны снимайте, снимайте диваны, снимайте диваны, умирайте. Это не Хант притворился? Нет, да, если Хант притворится мертвым, он-то как у него должен пэт только сдохнуть. Бывает, что оно багается с хантом. Где-то не помню, в каком данже там прям это не. Профи, по-моему. Там бревно в бабле. А он сам отошел куда-то, что-то отдать. Беги, малышка,
Время есть респектнуться? Чит-пати. А ты его кикни, он вылетит через минуту. О, диван кончился даже на нем. Сейчас его убьет, все выйдется, босс. Все, босс сведется, заходите. Мысли не так, а чего там его танчили как? Там вроде все было по стандарту. Ну, по крайней мере, сначала. Ну, сначала ничего-то не заладилось. Ну, как-то так долго не валились пули, там она как-то пошла, потом куда-то взлетела, прям зависла в воздухе. Ну, просто один хан не справляется с Тампулом, наверное, да? Ну... Шкафчик поставь, пожалуйста, Лов. Давайте бафаемся. Это бревно это. Дайте каску подика. Так, трусы по-прежнему у нас идут на босс. Рыбу поставить. Сейчас друид подбежит. По черепу сейчас дадите каску и там просто баф. 5. То есть я не могу поставить рыбу, потому что такой... Потому что боль. Я уже вижу, да. Дайте по черепу, пожалуйста, стамину, каску, МП-5. Я горн дал еще, по-моему.
Харчи на баф на пол. Ну так не бейте, значит. Камп не достает. Не бейте. Дайте сначала хамту напулить. И т.д. и т.п. Дракон в воздухе. Бывает. Левитацию кто-то кинул. Пинками его подняли. Только в 25-ке это не делают. Десятки нормально. Десятки на земле. Череп вышел, мулики свичнулись сзади на расстоянии удара, бьем аккуратно. Вспышка, мулики отошли, вспышка, отошли все от черепа. Второй большой выходит, лови, отворачивай. Дыхание, смотрим. Либо в мили-зону зашли, либо вправо-влево. Большой выход, голове отворачиваем. Перед мордой никто не скачет. Танк трусы, больше не агри, ничего, они все 46%, а на скорость. Большой ДК лови, отворачивай, луна, где гуляешь? Головлю. Шаман, который в первой пати, пойдешь за танком с триморами. Дыхание смотрим. Поперек. Большой выше. Сорок два процента.
Гримарыч, дай, пожалуйста, БР помогу. Еще большой выбор. Аниксия садится. Маленький приз 227. Кинь, пожалуйста, антифир. Вспышка милики отошли. Антифир по трусам. Босса никто не бьет. РДД развернулись, добили этот череп. Босса никто не бьет. Даем танкам поставить. Добили весь танк на... Приморышам. Эфир пошел обратно. Эфир пошел обратно. Мир аккуратно. Прожмись. Лови луна, лови, луна, лови. Луна, лови, босса. Хилун. Скоро вторая фаза. Пока вторая фаза. А, ну да, скоро вторая фаза. Все норм. Взлетка сейчас будет. Не успела. Все, пошлите на этот, на ИГ-25. Мак, портал, пожалуйста, нам оформит доллар. Резайте, пожалуйста. Где этот портал? Там маг есть? Вижу ли его? Да. А, он голду собирает сейчас. Надо голды дать ему. Давайте быстрее время ограничено. Так, идем в 25. Те, кто дальше не идет, и на ИК, на Груля, на Магик, покиньте, пожалуйста, пати, чтобы я понимала, кого добирать. Шаманы, напомните, пожалуйста, кто из вас хилы, и плюс чат поставьте, чтобы я вас это подфикинул одну всех.
А вот умность, Ершам, хил, да? А вот скажи, там есть талант такой у шамана, 10% снижает физический урон по танку, если его хилишь. Это крутой талант, да? Это утверждение или вопрос? Я, у меня шаман просто, мне отдали шамана, никогда шаманом не играл. Вот, и там мне вкачивали. Не поверишь, мне тоже отдали шамана, и я тоже шаманом не очень их понимаю. Я его одеть одела, а как бы, ну, я не профессионал с поселочка, а не другого. У меня как бы билд, у меня с интернета обычный. А есть кто-то в рейде, кто может объяснить, надо его вкачивать или не надо? Надо, да? Угу, все. Ну, я просто думаю, так, минус 10% из урона. Представь, да, по танку. Ну, даже обязательно. Все надо вкачать. Ты там даешь, потом еще кто-то дает, и в сумме нормально получается. Да, ДЦ и Холи Прист, там вот этот какой-то, рука какая-то есть у них, пристов. Шам, ну там третья ката, там что-то. Я шмот особо не смотрел, но что-то какой-то шмот там есть. Какой-то Т4, два куска, что ли там. Какой-то еще чешка. Шмот. Чешка, спасибо. Нет, чешки нет, нахила, надо выбивать. Аленка, ты водишь в раз? Нет. А надо? Могу сводить. Хосты там 1100, по-моему, у меня. Ну вот быстрину, если кидаешь, два коста нормальные. Лока, засуманьте. Паладин нет. Ты дальше идешь с нами, 3,5 минуты не в сети. Да, ща. Меня выкинуло. Сейчас за это. Ну 1600 там чисто быстрее, что кастуется, цепуха, да? 1.4 или сколько она кастуется там? Он не ну это нормально. А выйдите кто-то до камня. А ГКД сколько секунд становится на 1270, да? Или на 1400? Там, в общем, работы много, если из него делать то, что хочешь. Много надо менять шмот, билд, спек, эти символы. Не смотрел даже, какие стоят. Мастер Кун, у меня к тебе будет большая просьба. Тебе нужно будет покараулить запускающего моба, чтобы я спокойно сделал разрол после каждого босса, чтобы мне потом на нубе не стоять с сумками, с трейдами, не задерживать рейд. Разрол я сделаю очень быстро, безболезненно. Вот, босса никто не запускает. Мастер Кун будет стоять на стрельбу. Вижу, кого рядом, увидит он кого рядом с этим мобом, который запускает. Я кикну, как я люблю говорить, нахуй с КД. Какой злой еще смех, что ты даешь. А вот откуда вот взялось вот это вот кикнуть с КД? Я тоже такое практиковал один раз. Вот в РС-ку у меня пошли люди обычно. А что ты можешь, вот как ты можешь наказать человека? Вот, для задрота это очень больно. Да, это бьет, да, по самолюбию. Вась, давай в танка. Я в танке. Вася в танка. А. Вась, потанкуй немножечко, прям тут чуть-чуть на пол шишечки. Угу. А я знаешь, что хочу? Я хочу гармака вот этого потанчить. Один, короче, чтобы не менялись. Там боб накинут, и стаки просто спадут, все его сниму и все. И вот эту зеленую, которую вы первую бьете, да, левую, тоже хочу подержать. Так, давайте, ребятишечки. Так, где у нас шкаф? Мы же суммонили локов. Лока я суммонил. Так, а вот лок здесь вот какой-то есть у нас, Сторма? Воткни, пожалуйста, на что-нибудь.
Всем привет. Привет. Сейчас мы досуманиваем оставшийся пипл. И поехали. Ну я за полтора часа проносил 4 инста. Ну что-то люди теряются долго. Постоит уже. Ну, лишним не будет. Главное нажимать, а чтоб засумой. Бывает, засумой меня? Хули пала остановите. Тыкайте на сумму. О, уже тут сумма. Сейчас я. А есть жив-то у кого? Солнечку. У меня нету. Куда там на улице с правой стороны? Где? Кто? Ремонтник. Да не ремонтник, на Ориге закупить. Рыба возле шкафа, кушаем рыбку. Давайте на все про все. Я вам даю одну минуту на все пробафы. То портуйся в Долорана сейчас про Симоник. А я да 10 вот секунд даю. Так, значит, на пол даем квадрат. Вася... Нет, наполню в квадрат. На пол даем в трусы. Трусы возьмешь на себя зеленую змею. Вася возьмешь на себя красную змею, получишь дебаф, луна переагришь с другого ДК. Я понял. Это, и, короче, могильщик пойдет снимать токсин. Так, а я на этом боссе подамажу. Хилы, я думаю, за хилы. Навара, киньте каску. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не... Только бафал, где ты был? Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Те, кто ролит не на тот спектр, в котором они сейчас находятся, вот здесь выше есть такой канал, называется «Ролик». Отпишите, пожалуйста, туда, кто на что ролит. Вот я вижу то, что тут у нас кто-то ролит на сову, Лакшми ролит на Хапала. Остальные тоже. Я на Хилапа ролит. В Дискорде, пожалуйста. Потом. Сейчас пиши, бо потом выпадешь что-то, и ты не сможешь. Потому что я вчера уже одного отобрала за эту девушку. Ролят на все спеки, да, сразу? Mm-hmm. Он просто решил выбрать спек, когда выпала тринка. У вас дуэлист шамана мертв. Один мой, а второй не знаю, чё умер, завтра пашет. Сейчас там огонь спадет, резнусь там. Похилим. С набольдами, пожалуйста, под боссов. Под жопу вставайте. Хилы, потейте пока, сейчас прям чуть-чуть огонь сойдет, встаю. Маленькое бревнышко, дай, пожалуйста, по умности им попятку, господи, молния. Ну куда ты со смобильным пошел? Я дала отсчет, одна минута был отсчет до пула. Обратно, да. Давай, в РДД. Никто туда не бегает, танк сам. Луну разморозь.
5 секунд. Танка второго. Иди тогда забирай. Или ладно, не забирай. А, все. Постою тогда, ладно. Еще нужно разморозить. Нету дебаф. Ждите, я уешку. Вот она. Ну. Я умерла. Блин, у нас осталось 2 хила. Ничего, БР есть. А, присты, помогите пока похилить. Чуть-чуть и БР раздайте, а Гримарыч дай по мне, БР. Ну, нормально. О нет, что делать? На меня бежит. Что делать? Параллельно бежи. Только не на него, а чуть-чуть. Я куда-то убежал. Отлично. Да я шучу, ребята, чего? Ну, Хан, видимо, что-то случилось. Бывает такое, ничего страшного. Может, на пути стоял? А он копытом бывает задевает. Где у него копыта? Ну вон сзади. Сзади. Это лапки просто. Ну ногтем задел. У меня тоже такое. Ногтем? Ну да, у меня было такое, он тоже ударил мне 11 тысяч, но я был танком. Куда? Куда вы бежите? Пиете нету какой-то. Так, все, мастер кун у меня там уже это стоит, нет, не стоит, на позицию на стукачество. Стукачество, давай я застукаю. Стукачество. Буду стукачить за 100 голд, я вот уже тут стою, смотрю. Может быть он залутает как раз. А наоборот, когда про это говоришь, он не начинает исполнять. Ой, ой, это меня что ли? Ой, какой хорошо. А нет, удохнул. На, проморгала. Да, все, кипите с рейда. Ты твином, да, зацепила? Да-да. Первый раз, кстати, за всю свою практику хождения в 150 оп. А сегодня лагает просто еще. Боешки. Так, сферу ролим. Да, боешки покажу себе в сумку. Кому надо носить, прям носить. Вот напишите мне слезное сообщение после рейда. А на что именно? На боешки. Ну, обязательно напишу. Лучше не надо. Да ну очень надо. Я уже тоже одел. Поезд ткани. Майя это. Каневый минулый. Надо написать одно слово волшебное. Умоляю. Так, этот друид, который гордость имеет, Т9 будешь собирать на рестора? И вот такой плащик на дух СПД. Обида, обидно. Что у вас тут как много?
духовные паладины тут. Духовные. А чё, у мага нет плаща? Да нет у меня плаща, он бы мне сейчас пригодился бы. Духовенство. Духовенство. Спасибо. Так, Вася, ДД. На босс идет вар, на пол даем в трусы, ДК погоняет трэшек. Классно. Вот дайте, пожалуйста, ребаф и рычина присутствия на какие-то бафы какие-нибудь. А фрилокер побанит. Кого надо. Все, запускаю, поехали. Вот вар, я тебе чисто ничего не говорю, только потому что я сам мой любимый класс вар. Ну, вар крутой, говорят, что там вары здесь, там не танчит. А что с варами не так? Не, я просто на боссе хотел постоять, пофкашить. Ну, я пофкашу. Чё, ты запустила? Да не, сейчас лужа будет разливать 100%. А у тебя, ну-ка, 4Т4 нету, да? Нет. Где-то 10, 4 штуки. Это я что собрал. А Макс, все стаки твои, короче. Я не буду портить. Плечи из-за соки это взял или что? А будет, когда можно на ОФ паролить? РК, пиши, там есть вкладка специально для таких мероприятий. Едь этот сдох. Ты все замучил. Почти как мой танк, только без жука это. Без жука этого магнума. А что-то ворота не притягивает. Сведите босса вперед немного. Могильщик побежал. Что-то страшное происходит. Калькулятор заиграл. Крест с рейда. Крест с рей. О, какой-то дебаф на мне. Захилим меточку. Сфера роль. Новый противник.
подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Трусы, две синие дырки, дух, скорость. Ой, господи, дух, да, скорость из-под... Кряпшник. Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Тапочки, ладно, руки. Все на успех, больше никому не надо. Шаманы, запястье надо кому? Все запускаем, так, чисто все. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного. А гримары через чехли, пожалуйста, медведя. Сейчас поддержишь одного кого-нибудь и другого какого-нибудь. Танк спекаться. А, так, танк, сейчас пока оставайтесь на Нувар. И сейчас посмотрим, если четвертый будет, то спикнешься. Две притяжки тут нужно будет в рейде. Поэтому Вася и Бонжор на ДД. Называй меня просто Войт. 4 первого бука. А что за ты с Вара спрыгнул? Так, Вар, идешь на рогу, на ромбик. А, на паладина ДК, который маленький, 242. Я на ком пропустил? Войт на ком? А, ты на паладине, на звезде. Хорош, мой любимый класс. Так, Агримарыч, идешь на Вара, спекайся. Агримарыч на Вара, иди на Тире. Или это печенька. Так, первое будем бить мага. Так, вот я упустил тут. Бегок. Вот эти маленькие спрятались. Можно так. Дерево побанить? Хочу. Ну, нужно. Хорошо. Так, значит, первое будем бить мага. Вась, твоя первая притяжка, моя вторая притяжка. Так, значит, танки. Танки. Давайте вы начинаете у меня, наверное. Давайте с левой стороны, где шаман. Это я вам сюда воткнула. Так, а рейд? Рейд будет стоять весь. Вот здесь вот звездочки. Нет, не здесь. А здесь. Вот. Первый будем бить мат, вас твоя первая притяжка, моя вторая притяжка. Каковы станы, ваны, никто ничего не кидает на череп. Сначала тянем, только потом уже начинаем станить, медлить, да и такое. Верчина бах на пол, и поехали. А и холи паладин, естественно, у нас на танках. Перекидываешь частицы с одного на другого и хилишь где-нибудь в сторонке. Все. А, этот, прист маленький, спекнись, пожалуйста, в ДЦ, который медплей. Отпейся сразу, он столик маговский стоит. Атака 30 секунд.
И на пурже, на активном пурже просте. То есть здесь пуржишь цель, которую мы бьем. Россия вне заклинания, Россия вне заклинания, Россия вне заклинания. Просте, ты меня слышишь? Все, просто все услышу. Готовимся, атака скоро. Герус дали, бьем череп, пуржим череп. С брусчатки никто не уходит, к танкам никто не бежит. Прохил по вару. Прохил вар умер. Так, значит один милик. Маст диспел по черепу. Паладин бабл, уйди пока. Добиваем череп. Пуржим череп. Тири, Брэди, шаманы, по печеньке дайте квакушку. Сейчас будем бить квадрат. Два стени. Никто туда не подходит. Стоим, хилим. Все, бьем квадрат. Куржим квадрат. Маг в глыбу. На тебя агро. По этому, по печеньке, дайте квакушки, шаманы. Моё КД. Дальше, дальше, кого? Кого дальше? А, дальше давайте Тирия добьём. Вот тут врыть. Бейте Тирия пока. Вася, готовим, готовим сейчас пока трусы тяну. Что у нас только танков? Откуда вар-танк взялся у нас? Шакул в рейде тут тоже гуляет. Не есть хорошо. Сейчас тогда будем бить шакула. А вар, который танк, ты что там держишь? Пробу? Да. Меня сейчас убьет, нахуй. Ничего страшного. Ой, ой-ой-ой. Прожмись, чуть-чуть бегу. Давайте вар добиваем. Вася, пойдем с тобой, наверное, за хантом. Он там танк. Первое вытяну, потом ты. Вась, дотягивай ханта. После черепа будем бить трусы. Все, трусишки свечу. Не переагривай. А, маленький приз, ДЦ, уход в тень и уйди оттуда. Так, следующего давайте завалим череп. Череп. Давайте само. И потом бревно.
Ничего себе, этот ретрик бьет печатью повиновения. Равнушка. И рогу. Рогу и пало. Не, ну хилы мне вообще нравятся. Я не проседаю вообще прям. ДЦ хорошая очень. Вчера были не очень хилы-то. Сегодня я вообще прям смотрю, я даже по хп не просаживаюсь. Маленький приступ, оставайся в ДЦ тогда. Я пока подломажу. Пиво пиво не даю делать. Кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? Поднимите его. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Сферу рольть. Ждет битва с королем личом. Холи паладиновские за залпы надо ко мне. А кто из РДД самый топовый под ДПС? А ну-ка, плюсик. Кожаные ступни на РПБ на АТ. Надо ко мне тапочки такие. Из РДД не знаю, там удалили. Котики, никому не надо такие тапочки. Все, так, значит, в танках у нас остаются. Ой. Кто этот? Топовый ДПСер из РДД-то? Кто? Вентрис Хант. Да, из кастеров. Из кастеров? Шам. Элем, земля. Так, на пол будем... Вар в темной сфере, танчишь. Давай, запускай, короче. А тотемчик еще тут уберите, вдруг заденет. А, ничего. А, на пол дает пара. Я луна, луну. А, вар в темной сфере будешь танчить трусы, а быка в светлой сфере будешь танчить ромбик. Весь остальной рейд возьмите темную сферу. Что-то я не понял, что плести имеет в виду. Какой пояс? Придание сил. Это знаешь, вот ОДЦ такой скилл есть. Да как хочешь. Нет, пола не надо, какой-то. Сорву тогда агро сразу. Секунд через 10. Косов сразу не вливаем. Даем танкам сначала поставить, отвернуть, только потом уже начинаем бить. Верчина баф на пол и поехали. К
как у нас какой-то фукашин дрон. Смотри, как я дрыгаюсь. Да ты присядь или потанцуй. Можешь прилечь. Будет тоже забавно. Блядь, на пол тикает. У фонта. Все, блядь, блядь. Раз, два, три, пошли, пошли. Даем отвернуть сначала. Бро, дымаш. Взяли светлую ворону, свечнулись в рот. Прожались чуть-чуть. Перебежали на ту сторону. Остаемся в светлую, пробиваем щит, пробиваем, разбиваем. Никуда не бегаем. Дамаж, бро. Взяли темную, свичнулись в трусы, сбили щит, сбили ка. Не бегаем, добиваем. ГЦ череп. Это выбор. Ой, ну, там череп нарисован, не придирайся. Шею вот такую нарядную роль, крит, скорость, СП, этот, хилы, ДДшки. Да вы издеваетесь. ПС-ка-то? Выбор роль. Ну-ка, линкани, дабы DPC. Вырвался вперед хонта или нет? Ради интереса. Да ну, он бурстит нормально. Собирает сверки. МК бурстит. Было вообще нормально. Выйдешь, если на чужом аке. Не припотай, ничего неудобно. Сферу рульте. Чё, я так же в ДЦ? Да. О, круто. Я подамажу. То есть, ты не будешь хилить, ты будешь дамажить, да? Да. Вот так вот, да? Ты Тряк. Такие большие надежды даешь на ДЦ, да? Да. Окей. А я хочу босса потанчить, пожалуйста. А чё этот-то, как он, по абсорбу у меня нормально, не? Или хреново, кто там? Слушай, я не знаю, у меня рекаунт. Я за пристами не слежу. Если у кого у тебя, ты можешь свой скол скадывать. Что там, все? Да, да. Во, во, я красавчик. А можно Войд Фрозену потанчить босса? Умоляю.
Я скажу, кто будет танчить босса. Танчить босса, да, у нас будет вот трусишки. Вася, спекнись, пожалуйста, в этот танк. Мешков погоняешь вместе с паром. Надо внести жертву водоплавающую. Ты смотри, больших надежд не питай на ДЦ, у ДЦ нету символов. И главное этот ДЦ без надежды, без символов. Захиливай мне танков, чтобы щитки на них были постоянно. Они у меня постоянно. Что ты учишь ДЦ? Ты он маленький, но знает. Маленький, да, удаленький, да? Да. Так, пока был подняв, на минуточку отойду.